А я приветствую вас на канале Asmodee Play. Пошли. Давайте. Мы играем в Хэмэдж Дом, да, правильно? Как правильно вы говорите? Осторожно, окна! Тихо. Давай, пулеметное тебе ранение в пузо. Давай, выпрыгивай. Кажется, запахло корейскими шашлыками. Конечно. О боже, Коннор. Правда, так нельзя говорить тоже. А то неправильно будет. Корейцы не такие уж и плохие, как о них думают. Так что... А из-за того, что они выполняют приказ кого-либо, человек не может быть плохой. Конечно, есть своя голова на плечах. Но, как мы поняли, они должны оберегать своего сюзерена. Или это не сейчас корейцы? Сейчас тут все рухнет! Нужно выбираться отсюда! Давайте все... Скорее, мы выходим. Пули, чем сгореть заживо! Не останавливайся, ну и особо не сиди! Давай! Ай-яй-яй-яй-яй! Сюда! Ну уже! Быстрее! Да я бегу! Давайте! Нормально же бежим, чё вы? Сюда! На крышу по пожарной лестнице! Без проблем! Газетку берем? Пошли! Берем газетку, я сказал! Читаю на паузе! Прощальное обращение президента к американскому народу! Вверх по лестнице! Ну же, ну, на крышу! Да иду. Но как видите, тут шкаф стоит. Почему-то я его не могу убрать. Поэтому вся надежда на вас. Давайте, сами уж. Я не могу идти дальше. Че ты это? Всем, кто меня слышит, у нас два грузовика, и мы выезжаем. Выдвигайтесь на парковку. Повторяю, мы выезжаем. Выезжайте. Слышали? Мы почти выбрались. Соберитесь. Да я собран. Хобби, сворачивайся. Мы почти выбрались. Понял, двигай. Я готов. Открывай. Ну открывай. Нам сюда. На парковку. Вау. Вот и грузовики, прикройте нас. Огонь по корейцам. Конечно. Где вы? Уходи с крыши, тебе придется прыгать. Давай ползком прилетим. Давай, опа, опа. И вот так вот. Почему? Давай. Я смогу. Всем я успел. Валим отсюда. Хо-хо-хо-хо. Где вы? Они преследуют нас. Черт, ну пусть я тогда их всех отстреливаю. Вот и наводчик. Давай. На! Голяк не подведем! Черт, держитесь крепче! Еще один вертолет! Сбейте его или награды! Сейчас! Сбейте этот вертолет! Давай! Вертолет самое опасное, правильно! Система не готова. К чему она готова-то? Мы потеряли слишком много людей. Выбрались. А все потому, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Подтвердились новости о дерзком нападении на базовый склад КНА в Монтрозе.
Хотя сопротивление понесло тяжелые потери, задание признано безусловным успехом. Храбрость и самопожертвование этих мужчин и женщин никогда не будут забыты. Однако и наши враги тоже не медлили с ответом. Во всей зоне оккупации КНА повышает меры безопасности и принуждает население выдавать членов сопротивления. Множество людей пропадает. Есть сообщения о пытках и казнях. Некоторых перспектива восстания пугает. Они боятся репрессий. Как здорово, что с ними здесь сегодня собрались. Но свобода всегда доставалась нам дорогой ценой. Мы должны держаться вместе. Теперь или никогда. С вами был Голос Свободы. Вот так вот. Голос Свободы. А голос не свободы тогда какой? Какие голоса вы еще слышите? А я просто хочу принять душ. Черт! Не открывай! Скорее! Где вы? О боже! Черт! Нормально, сразу в кровь. Помогите! О, Господи! Да? Тут ребятишки где-то были. Надеюсь, живы. Ну-ка посмотрим, что за тут. Гражданский с мешками на головах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Держи свой значок, дружище. Ну все. Давайте по-быстрому. Простимся с ними. Я слышал. Нужно убираться из матроса. И чтобы мы его вот так просто оставили. Убираться и немедленно. Ну все, бежим. Раз немедленно. Диана, нам надо идти. Второе оружие-то у меня какое? Снайперская винтовка. Открывай. Чё стоишь-то? Кого ждешь? Конор. Конор Морган, всем ячейкам сопротивления. Так, а читаем мы на паузе такие газеты. Досье Кимченыр. Азис обнаружен. Кимченыр, кто там? Кимченыр. Это Брук. 718-й нашли убежище. Ганнисону теперь некуда податься. Что вообще происходит? А происходит? Встретимся у стены. Мы сваливаем отсюда. Очень много. Давайте. Ну, открывай ворота. Ой, ты шевели батонами. Ты в порядке? Не хочу говорить об этом. А почему меня не спросят, в порядке ли я? Что-то слишком тихо. Иди давай. Слишком тихо. Тут, оказывается, сейчас заминировано что-нибудь где-нибудь. Если двинемся по этой улице, как раз выйдем к стене. Гранатомет! Второй этаж! Убивайте всех! Так. Плохо дело. Конечно, всех. Спокойно. Они опять лезут из дома! Кто их так крошит-то? Камер, все в укрытие! Я в укрытии. Купер, нужен Голиаф! Сейчас! Здесь в легкий танк! Стреляй в машину! Да все! Сейчас он раздавит ее. Вот так-то! Конечно! Это наш шанс! Бежим в конец улицы! Они хотят подбить Голиафа! Не беспокойтесь, я буду защищать его. Нужно идти! Враг на крыше! Где? Голиаф подбит! Защищайте его! Защищаю! Вау, меня гранаты подбили. Я там буду поважнее Голиафа-то.
дьявол, там гранатомет, надо уходить! Так. Они хотят подбить Голиафа! Нужно идти! Спокойно. Враг на крыше! Давай. Давай. Осторожно, слева наверху. Вот так. Мочи всех. Эй. Еще один гранатомет. Второй этаж, справа. Голиаф подбит. Защищайте его. Как его не защищать, все равно его по сюжету, наверное, должны подбить. Наверху! Тихо. Справа, слева. Они перекрыли улицу. Это нас не остановит. Ай-яй-яй-яй-яй. Беги. Вперед, вперед, не останавливаться. Да я не собираюсь как-то. Впереди еще один гранатомет. Где? Где гранатометы? Потихо вы. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, скроемся. На! Получите. Бежим через дом. Уходите с улицы, идем через дом. Да бегу я. Подождите. Джейкоб, вставай в дом, живее! Копер, веди Голиафа сюда! Нужно Давай. Завалить танк! Ты с ума сошел? Голиаф не справится с танком, лоб в лоб! Тогда мы обойдем его и ударим сзади. Джейкоб, вот сиди обходим. Сюда и наметь цель! Я прикрою, пошли! Я прикрою, прикрывала. Мочите его! Да. Справился? Отличная работа! Давайте, он же тоже не вечный. Ну там завалил. Оставь! Потушить почему? Ребята, помоги! Надо можно, идти дальше. Можно спасти. У нас мало времени. Содержи. Понял. Спасибо, она нам понадобится. Пошли. Хорошо. А что, так и будет гореть? Надеюсь, у тебя есть план, как выбраться из этого дерьма. Никому еще не удавалось прятать всех. Мы найдем способ. Тут нас ничего не держит. Я найду способ. Долго вы там еще? Мы почти на месте. Я мечтал разнести эту грязь с того дня, когда они положили первый кирпич. Мы с тобой. До конца. Первый кирпич. Ну давайте посмотрим хоть на эту стену. Хоть одним глазком. О, боже. Расплата за вчерашний рейд. А, вот она. Значит, это наши. Заткнись, Хоппер. Мирное население бомбят. Нам нужно идти. Уничтожение нации. Ничего. Вы такие же. Уничтожаете другие нации, которые вам не угодны. Итак. Разворот. Поворот. Ну шевелитесь, что вы там встали-то? Бесполезно. Буна нет. Все кончено. Надо быстрее двигаться, не а вы... Не кончено. Буна оставил нам свое дело. Мы должны его продолжить. Если будем действовать по плану, у нас есть шанс пробить стену и догнать цистерны с топливом. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, рассказывай.
Рассказывай. Он сзади. Петушара. Так, больные раненые, карличи. Я нашел его под обломками. Доложите об этом собственном доме. Нас прижали у стены. Бомба попала во двор. Большие потери. И дом рухнул. А подкрепление? Рассчитывать не на что. Корейцы жгут поселение, убивают всех подряд. Те, кому удалось... Читаем на паузе. Открытые границы США. Канада закрывает открытые границы США. Пусть забраться сюда. Забрали всю нашу взрывчатку. Оппозиция? У корейцев отряды гранатометчиков и пехоты в качестве поддержки. Ну что, Голиаф работает вьючным животным. Что? Хоппер, вы с Рианой нагрузите на него столько взрывчатки, сколько он выдержит. Джейкобс, пойдешь со мной. Расчистим Голиафу путь к стене! Расчистим. Но об этом вы увидите в следующей серии.